Всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Редфар! Мы находимся в GTA 5 Online с рубрикой «Битва эвакуаторов». Да, друзья, всем привет! И сегодня, ребят, наша рубрика начнется вот с такой базы эвакуаторов, где мы с Редфаром засекаем 8 минут, за которые должны найти по 3 тачки на каждого для 3 жестких испытаний. Но испытания сегодня будут довольно интересные. Это гонка без правил, толкучка на воде, а также испытание «Последний выживший». Напомню, ребят, что мы можем с Редфаром воровать только припаркованные машины без ботов. Но я желаю вам приятного просмотра. Не забывайте поддерживать это видео своим обалденным лайкосиком, а также не забывайте нажимать красный кнопку подписаться, чтобы не пропускать новые видосы и всегда быть на них самыми первыми. Ну а мы с Даней выдвигаемся на поиски крутых тачек. Пр-пау, срочное включение. Ребят, у меня для вас есть важная информация. У меня есть цель набрать 300 тысяч подписчиков. Но я заметил, что на меня подписаны всего 10% людей из тех, кто меня смотрит. И 90% даже не знают, что не подписаны на мой канал. И если ты заметил, что у тебя вдруг не нажата красная кнопка подписаться, то жми ее скорее так сильно, чтобы можно было ее сломать. И я уверен, что вместе мы сможем добиться поставленной цели. Надеюсь, ты меня поддержишь подпиской. Но я желаю тебе приятного просмотра. Ну что ж, ребят, предлагаю начинать нашу рубрику. Давай, Редфар, выбирай эвакуатор, на котором сегодня будешь кататься. Так, я себя примечу, свой фиолетовенький, самый первый, знаешь, первый, значит, эвакуатор победителя. Давай, назовем желтом малютки какой-то, желток надо назвать его. Все, напоминаю, дается нам 8 минут, и я засекаю таймер на счет 3. Раз, два, три, выдвигаемся, все, погнали. Уйди своим крюком, я подцепил. На тебе. Это не толкучка. У тебя просто какой-то малютка эвакуатор. Ой, так, сынок, ну-ка поехали за мной. Ну-ка поехали. Давай, поехали. Так, смотри, слышь, есть... Сынок. О, Порш, ты такой мелкий, как будто, знаешь, кстати, такой... красненький, смотри, красненький, да, для гонки самое то, мне кажется, подойдет. Ну, не знаю, я сегодня напомню, давай, испытание. Это гонка без правил, толкучка на воде, а также еще испытание «Последний выживший». Так что надо искать что-то очень жестко. Так, ну, например, машину Ягуарчик. Да, машину из Зарина либо машину... Которую я только что нашел. Че? Я пошутил. А, мальчик, либо я доминатор. Пошутил. Я уже думал, ты доминатор реально нашел, который по дорогам катается. Ну, не знаю. Смотри, пока какие у тебя вообще планы есть, куда ехать сейчас? Я поеду сразу на парковку. На парковку. А я вот тут Порш вижу. Ой, еще один Порш паркуется. Раз, два, три, четыре Порша, Даня. Четыре Порша. Все, я приметил себе тачку сегодня точно для гонки. Если не найду что-то круче, то в любом случае найду Порш. 8 минут там дается, и уже 1 минута у нас... И стекла, так что надо ускоряться. Так, 7 минут остается. Да, 7 минут остается, за которые надо успеть найти тачку. Так, чувак какой-то неопределенный, не может припарковаться тут. Ну смотри, пока что что-то, я хочу боевое что-то найти, что-нибудь такое, боевое. Грузовик какой-нибудь, либо мопед, но мопед это лучше для тебя, мне кажется. Так, реально, можно еще... Грузовичок вон тот стоит, блин, я не знаю, какой на какой-то грузовик. Тараны на них ставятся тоже. Хочешь? Ну да, для толкучки грузовик, прикинь, тебя можно вообще столкнуть массой просто. Чувачело припарковался, ну-ка, убирай свою рухлядь, тут стоит Ламборгини, Даня. Ламборгини. Да, Ламборгини. О, еще одна. А знаешь, что это за ламба у меня стоит? Какая? Ламборгини Урус. Это кроссовер. Смотри на Так, право. Паркуем. Так, все, поехали. Где ты? Я вижу тебя! Синяя такая красавица! Ты Ягуар решил угнать тот? Ну-ка! Дороги, пиплы! Так, давай! Где ты там? Ни хрена себе! А это... Стой, что ты затащил? Это не Ягуар! Или это Порш? Что это машина такая, я не понимаю? Это Порш! Наверное! Слушай, прикольная тачка! Ну смотри, у тебя пока что машина есть, ну и у меня есть машина! Ну у меня кроссовер, у меня внедорожник, знаешь такой? Ну да! Так, а ты на какой я паркую! Да, я справа припаркуюсь, это моя парковка, вся! Уйди. А ты на какое испытание Давай, берешь? Эта тачка быстрая, значит я ее возьму для гонки! Вот для гонки беру сегодня! Урус для гонки! Да, ну, Урус для гонки! Ну это Ламборгини, ты чё, Ламборгини для гонки не взять это вообще! Это просто карма будет, знаешь, какая-то жесткая потом случится. Знаю, что эта тачка полноприводная, значит, она обалденно управляется и обалденно будет рулиться. Ну-ка. А что там еще есть? Так, надо что-то найти обалденное. Ауди, кстати, ездит тут. Нормально, чувачал, на Ауди. Ну, блин, я для гонки Ламборгини нашел уже, ребят, так что надо искать что-нибудь другое. Ауди я не хочу брать, Порше я не хочу брать. Я нашел Поршек не для гонки. Не для гонки, а для чего? Скорее всего, для последнего выжившего. Ну, нормально, кстати, у тебя вроде, кстати, у тебя это электрокар, кстати, точно, и Даня, я вспомнил. А эта тачка едет без звука. Да, это еще электрокар. Может быть, гибрид, я не знаю. Ну, смотри, пока что, а где парковки-то все? Я не понял, куда парковки-то делись? Так, можно еще на киностудию съездить, там что-нибудь поискать, вон, через дорогу, да. Я поеду на киностудию.
студию. Будет на киностудию ехать. Нет, я как раз очень-очень близко, ребят. Так что сейчас заезжаем в повороте в дрифте. Опа! Ни хрена там чуваки гоняют. Так, вот тут можно заехать? Надеюсь, можно. Что это за машина такая интересная? Эвакуатор раздолбал себе весь уже. Чувачело, пропускай меня. Ну-ка, на киностудию есть. Так, что такое? А, я думал, это тачка, это не тачка, это эти, знаешь, краны какие-то, короче, съемочные. Слушай, ё-моё, я думал, это конечно, тачка. Я, конечно, понимаю машину так, с арены жары, это, конечно, хорошо. Это хорошо, это обалденно. Чувачело, с дороги. Так, чё ты нашел? О, знаю, военные грузовики. Грузовик с тараном. Ура. Нормально, с тараном нашел уже тачку. Да, просто ну, грузовик, но это я не пока, арена вар. Я пока увидел военную тачку, увидел Dodge Viper вроде бы и еще какой-то Chevrolet, не знаю. Ты можешь взять на испытание последний выживший. Ну, для последнего выжившего надо тачку искать маленькую, юркую и очень быструю, чтобы от выстрелов танков уворачиваться все по полной. Здорово, да. О, аккуратно. Ой, извини, я тихо. Пытался умер. О, ни хрена, дай мне ее, стой, ты не подцепишь. Это что за тачка, черепашек-ниндзя? А ты куда поехал-то? Ты проехал вроде. А, нет, я нормально еду. Нифига ты там кругаля навернул. Ну, смотри, я не знаю, надо искать. Во, ну-ка, я еще поеду заправки буду обещать, понял? Надо план еще заправки. Ну, это тоже. Ну, попробуй, там попробуй. Чуваки, болты паркуются, так что на заправках можно найти Audi R8, например. Смотри-ка. R8. Почему? Тебе не нравится тачка? Ну, это спорткар, знаешь? Это спорткар, так что она довольно медленная. Либо. Ой, кто это? Кто это такой? Что такое? Кто это такой проехал? Нифига себе! А стой! Сколько у нас времени остается? Так, время. О, 4 минуты прошло, 5 минут даже уже почти прошло. Это половина времени. Дай нам налево, там есть наша парковка слева. Да я, запутал, я думаю, ты кругами по городу гоняешься 10 раз, я вижу, как ты проезжаешь мимо меня. Кстати, вот этот укор достаточно хороший. Какой? Какой? Не отцепляются. Я вот тот? Нормально, кстати, надо будет пересесть. Это еще одна заправка, нормально. Ну и тут фургоны стоят, кстати. Кстати! Кстати, у тебя электрокар, говоришь, там, да? Ну, я нашел. Гибрид, скорее всего. Я нашел Теслу себе. Тесла, да. Тесла Model S, мне кажется, это либо Model X. Ну-ка. Ребят, блин, я в Теслах не разбираюсь, это надо в РПЧ назвать, чтобы он сказал, что за Тесла, сколько едет, там, тыры-пыры. Смотри, обалденная тачка, мне кажется, для последнего выше, вот она идеально подойдет. Все, Даня, ну, я везу себе Теслу. Ну-ка, я посмотрю. Ты охренеешь. Мне у нее диски, кстати, нравятся. Смотри, диски какие. Да, кстати, прикольно. Диски чисто какие-то тачка, будущего, это знаешь. Это Model X3 вроде, не? Я не разбираюсь, Даня. Это ты там, Model, мне кажется, Model S, если честно. А, все, вот давай, паркую, разворачиваюсь. Ребят, вы посмотрите на мой эвакуатор. Все, мне кажется, нужно менять его на вот этот зелененький. Зелененький будет пободрее. Так. А маленький бери. Просто а раздолбал весь эвакуатор. Какой? Маленький? Маленький я в следующий раз. Маленький не отцепляется. Они мне не нравятся. Они, мне кажется, я прикинь, сейчас грузовик, фуру найду из арены вар, и я ее просто не смогу увезти, потому что он маленький. А вдруг? Что там за козявка ездит? Не знаю. Так, нашел что-то, нет? Нет, ну смотри, нашел. Куда еще можно съехать? Можно еще съехать куда-нибудь вон туда, в центр города, там как раз мажоры обитают. Может быть. Гонка у меня есть, получается, последний выше. Ничего нет. Толкучка, стройка. Какая стройка? Подожди. Слева. Нахрен мне стройка? Не хочу я на стройку. Не, ты меня не проведешь. Привозчик какой-нибудь здоровый. Давай-ка я найду какую-нибудь для толкучки. Вот толкучка, надо логично думать. Толкучка, надо сталкивать тебя будет в воду. Значит, надо что-то огромное, тяжелое. Какую-нибудь фуру, типа ну, такой, меня, ребят. Кстати, ну-ка. Нездоровый. Может, реально фуру угнать? Я даже не знаю. Что-то, а что-то жестко. Времени остается у нас уже около 1 минуты. Кстати, можно еще на свалку, точняк. Я знаю, где есть машина-рампа. Машина-рампа. На свалке есть машина-рампа. Да. Я ее проверял. Я находил когда-то. Ну-ка, чувак, с дороги. Я еду на свалочку. Так, ладно, ребят, а проверяем. Танк. Надо танк угнать. Нет, танк я угонять не буду. А где тачки? Ой-ой-ой-ой, стой, тут нет ни одной тачки почему-то. Чувак, с дороги, дай посмотреть, там нет снизу? Какая бандитская разборка? Бандитскую разборку на тебя напали. Блин, я свалил. Не, не мешай, эвакуаторы стреляют, чуваки, все, не трогайте меня. Нахрена, да я лучше буду возле арены вар крутить. Бензовоз, ни хрена себе, может его угнать. Либо, Опаньки, Даня, я тут нашел точилу одну возле арены вар, возле гора... Дань, мне кажется, я у какого-то игрока угнал только что тачку. Она не... Точно, это тачка игрока какого-то, ее даже подцепить нельзя, походу, смотрите. Ты машину нашел? Я, это не твоя тачка, это просто возле арены вар тачка стоит какая-то, ну-ка, давай цепляйся. Ты, Ниссанчик, скорее всего, мою нашел. Да, нифига она не цепляется, надо задом. Вот, подцепилась, а. Так. Что там за машины за арены? Это Ниссанчик, Даня, Ниссанчик. У меня есть классик. У тебя есть классик, все, это не твоя тачка, значит. Да, блин, ребят, короче, план Б, мне кажется, ее просто надо доталкивать сегодня. Либо сейчас Даня приедет и маленький эвакуатор. Точно, маленьким эвакуатором надо ее прицепить. Ну, зацени, Редфорд, что у меня заточило, все-таки смог ее
довести, ребят. Так, вот такая. Она немножко протейнгованная, поэтому у меня есть предположение, что либо она такая заспавнилась, либо это какого-то игрока я украл тачку. Нина, короче, ребят, сегодня мне довольно круто повезло. У меня есть тачка из арены, ворот такой Nissan 380Z вроде бы, потом Lamborghini Urus и модель Model S Tesla получается. И, Даня, что ты нашел сегодня? Ты нашел такой маленький эвакуатор. Ой, стой. Ты на нем гонял. Так, нашел себе Мастер Дес, Мерседес, это ни хрена себе. Потом вот такой обалденный Поршик, мне кажется, это какой-то необычный. И какой-то фургон с броней и с тараном, да. Ребят, короче, голосуйте, у кого коллекция тачек получилась круче. Вот мне кажется, блин, я даже не знаю, слушай, мне кажется, наравне. Вот ты как думаешь, у кого круче? Мне тоже кажется, наравне. Ребят, в общем, пишите свои варианты у Джела либо у Редфора. Если тоже считаете, что наравне, пишите равно в комментариях. Ну а мы тогда берем первые тачки, уже тюнингуем их и отправляемся на жесткое испытание. А мы, ребят, уже протюнинговали свои тачки, и вот такой вид получился у моего Ниссанчика из арены War. И первое испытание, которое пройдет, у нас будет толкучка на воде, где мы должны друг друга скинуть в воду. Ну что, Редфор, готов к битве? Да. Раз, два, три, погнали, давай, кто кого? Давай. Твой фургон. Ты стрелять умеешь? Нормально, подкинул тебя, так, давай. Едь сюда. Опа, давай. Да нифига, что-то не получается у тебя меня скидывай, Даня. Так, опа, видел, как я умею. Так, аккуратно, стой, не так. Надо. Тихо, только ты меня не трогай. Ты меня, пожалуйста, не трогай, давай. Боковой рывок. Куда ты полетел? Давай. Капец, у меня сзади приводная тачка, которая дрифтит все время. Аккуратно. Да как? Нет, стой, опусти меня. Опа, боковой рог. Ребят, просто дверь скинули, поехали. Я тебя уеду. Что это ты? Тихо. Нет, Даня, только попробуй. Давай, что падай. Это творится? Нет, я не хочу падать. Даня, я хочу жить. Давай. Я застрял. Тихо, я тоже застрял. Так, ребят, надеюсь, я смогу выпрыгнуть. Не раз, выехать. Два. Чего? Что творится? Ты на мою мину наехал, Даня. Я серьезно на твою мину наехал. Ну, слушай, я упал в воду, ты взорвался. Я думаю, ребят, тут будет честно дать каждому по одному баллу, потому что я реально был в тупике. Ну и погнали ко второму раунду. Ну а мы, ребят, уже вытащили мне тачку из воды, а Редфору ее починили. Погнали ко второму раунду. Раз, два, три, давай. Погнали. Опа! Стой, я передумал. У тебя слишком жестко. Вот так боковой рывок тебя. Слушай, у меня есть план, капкан. Вот такой. Взять, перепрыгнуть тебя и потом куда-нибудь спрятаться. Нет! То у тебя реально таран жесткий, да, кстати, а у меня есть пилы. Давайте пилами, Даня, распилим. Ну-ка. Распилим пилами тебя реально. Давай. Ой, давайте я подвезу. У меня дверь сзади открылась. Какая дверь открылась? Нет, закрылась. О, реально открылась. На. Да капец, боковой рывок хотел использовать. Не подъезжай ко мне. Страшно. Так, вот это страшно. Главное не упасть в воду, но, Даня, у меня есть секретный прием. Давай, едь сюда. Опа. Вот так. Обманываем маневр. Опа. Вот, давай. Чего? Как ты с Антюхой прыгнул? Во, пока, Даня. Просто здесь я зарабатываю первый балл, точнее уже второй балл, и счет уже 2-1. Погнали к следующему раунду. Я надеюсь, Редфорд, ты готов к нашей битве. Да, последний раунд. Раз, два, три. Давай. Кто кого? Опа! Уху! Нихрена себе! Сальтуха, вертух! Так, я ракеты взорву на всякий случай, чтобы ты меня не подорвал специально. Тебя спрячусь. Давай. Не стреляй! У тебя жесткие пулеметы! Нет! Оба упали! Ты упал в воду! Да! И я, ребята, упал в воду, прям трехочковый между двух балок. Ну, ребят, тут каждый опять получает по одному баллу. Мы оба слились и погнали к следующему испытанию на следующих тачках. Ну, а сейчас, ребят, у нас пройдет гонка без правил. Проверим, что быстрее, кроссовер Lamborghini Urus, либо вот такой обалденный Mercedes в разноцветной раскраске. Ну что, Редфорд, готов к безумной гонке? Да. Напомню, можно толкаться, пихаться, сталкивать друг друга, но главное взять финиш сегодня первым. 3 секунды до старта, 2 секунды, 1 секунда и полетели. И давай, полный приводный Lamborghini сможет тебя сделать, Даня. Ни хрена себе, толкаться меня решил. Занесло, я тебя да, подвиг. Конечно, нет, давай, меня заноси. Занесло. Я напомню, можно толкаться. Да ладно, я врезался в человека, меня занесло. Вот так, это карма, Даня, это называется реально карма. Это не карма. Нормально, я пока еду первым. Давай, нет, это я дрифчу так специально в поворотах. У тебя тачка задней приводной, тебе будет довольно сложно. Это очень сложно. Смотри. Так, вот тут бобров. Я тоже развернулся, как юлай, кручусь тут на поворот. Я вижу. Нет, ты ничего не видишь. Это иллюзия, тебе кажется.
дали задание, так? Аккуратно. Оп-оп-оп-оп-оп. Направо, аккуратно, налево. Так. Что это за трасса? Змейка вообще идет как-то. Ты что за трассу выбрал? Так, нормально, все, 4 километра, я должен приехать первым. Ломборгини Урус, ребят, это просто пушка-гонка. Чувак взял, вырулил на меня прям навстречу почти. Так, давай, давай, давай. Не-не, колесо ты никому не проколешь, давай. Я вижу тебя. Ой, кто это? Нормально, вот это водила, Ярик водила просто. Оп, тихо, меня тоже занесло. Отлично. Нормально, сейчас вырулим, оп, все. Газуем по максимуму, уже половину гонки я проехал. Так, кто-то там едет, кто-то там едет. Где-то кто-то едет, опа, не проедешь. Не проедешь, сказал. Змейка. Какая змейка, давай, Даня. Давай, сейчас такая змейка будет, червячок будет. Больно. Это просто танк какой-то, а не Ламборгини. Давай. Оп, нормально, у меня полноприводный кроссовер, так что я проеду. Ой, как трудно ему помещаться среди тачек, ребята, это жесть какая-то. Ну-ка, давай. Даня, ты не машина рампа, ты не умеешь тачки подкидывать. Я вижу, да как знаешь, просто... после того грузовика. Я вижу, как от тебя машины отлетают, знаешь, в разные стороны. Я на своем кроссовере увернулся. Ну-ка, в дрифте, ребят, в дрифте поворот проходим. Аккуратно, чувак. Главное не перевернуться. КамАЗ тут едет, Даня, там аккуратнее тебе на повороте надо будет. 1 километр, 20 метров. Давай. Какой отлично. Нормально. Выровнялся. Здорово. Как дела? Отлично. Опа. Давай, кто кого. У меня тачка тяжелее, Редфорд. О, мы проехали поворот. Назад. Вот сюда. Куда? А вниз, что ли? Вниз. Нет. Ты не проедешь, я тебя не пропущу. Где ты? Да куда я? Давай, здорово, как дела? И что тут делать? Не знаю, в тупике стоять. А я поехал на финиш. Я приколюху сделал. Я вот вернулся, я уехал. Так, давай. Получилось. Давай, ничего не получилось. Чуть-чуть осталось. У тебя есть шанс на трамплине прыгнуть на кочке. Может быть, ты возьмешь финиш. Тогда попробуй, давай. Давай, я смотрю, ну-ка, где там? Я в ямке. Я в ямке? Ой, ты в ямке? А я приехал. Охранники, здравствуйте, пропускайте. Я сегодня первый, давайте мне мои $350. Ну, ребят, здесь я заработаю еще один свой балл и погнали к последнему испытанию. Ну, мы, ребят, приехали на своих электрокарах на испытание, последний вышедший на военную базу. И давайте напомню вам правила. Мы с Редфордом зарабатываем по 5 звезд, и за нами начинается охота танков. Кого первые танки сегодня взрывают, тот проигрывает. Но кто остается выше, тот зарабатывает 1 балл. Ну, сэр, Редфорд, ты готов? Да, на да, счет да. три я стреляю в танк, и мы уезжаем. Раз, два, три. Стреляю. Ай-яй-яй-яй-яй. Мне дали пять звезд, я сваливаю. Оп, все, ребят, свалим как можно дальше. Так, надеюсь, они меня не видят. Не знаю. О, здорово. А как ты проехал? Нормально. Давай, едь вперед на проверку. Давай, вот туда прямо. Давай. Нет, вот так сбоку посмотрю. В смысле? Вон он спереди вырулил. Тихо, уезжаю. Так, чувак, ты меня не стреляй. Дороги. Ну, Даня, у меня есть идея. Я могу на крышу спрятаться и сидеть на крыше куковать. Так, аккуратно. Вот так, все. Я нахожусь в безопасной зоне. Тихо. Только... Аккуратно. Назад. Все, ребят, смотрите, вон он едет. Смотри, я вижу. Он пушку на меня наводит. Ну-ка, аккуратно. Так, назад. Это было очень близко и очень страшно. Он меня ждет. Все, я поехал. Даня, я сваливаю нафиг оттуда. Так, нормально. Смотри, я не так, кого первый взорвал? Тебя или меня? А куда он? А где он? Он все испугался, уехал куда-то. Так, аккуратно. Я не знаю. Он слева от тебя. Где? Какой? Я пошутил, я испугался. Обманщик рядом слева от меня напугал меня. Я его не... Ой, ребят, уворачивайся. Так, я мимо него проеду. Пожалуйста, не стреляй в меня, тачек. Просто с 5 звездами, ребят, уворачиваемся, как ниндзя какие-то. Нормально. Нет. Тебя взорвали. Тебя взорвали, да? Нет, не взорвали. В смысле, тебя не взорвали? Да ладно, давай. Оу, над крышей пролетел танк, короче. Аккуратно, танчик. И смотри, что, около него? Да, около давай. Него, так. Давай, нет, давай. Нет, только не на меня. Давай, на тебя. Карусель, давай. О, это было близко. Так, да, блин. Есть. Ребят, Редфорда все-таки первого взорвали. О, он даже своих стреляет, смотри. А мне попасть не может. Но все-таки здесь я одерживаю победу и зарабатываю еще один балл. Получается, сегодня я занимаю первое место в этом видео. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. А если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент.
Ну что ж, ребят, а на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, а также написать комментарий, у кого сегодня коллекция тачек получилась круче, у Редфора либо у Джела. Ну а с вами был Джел Редфор, ссылка на данный будет как всегда в описании, не забывайте переходить и подписываться на него тоже. Ну а я хочу сказать громко спасибо за просмотр, за лайки, которые ставите, за комментарии, которые вы пишете. Всем удачи, ребят, всем пока. Да, друзья, всем пока.